от пациента. Центральный рак верхней доли правого легкого. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациента 61 года. Дата исследования – 5 апреля 2021 года. Область исследования – органы грудной клетки. Представлена нативная и артериальная фаза сканирования. При мультиспиральной компьютерной томографии с использованием реконструкции в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях построением трехмерной реконструкции органов грудной клетки. В нижнемедиальных отделах верхней доли правого легкого визуализируется массивное мягкотканное образование, аксиальным размером 106 на 65 мм, краниокаудальным до 85 мм. Бронх S1-2 компримирован в месте отхождения не прослеживается. Образование проникает в передние средостения, вовлекает в процесс ветви правой легочной артерии, верхнюю полую вену, плечеголовной ствол, трахею, правый главный бронх, костальную паравертебральную справа плевру. В средостении многочисленные лимфоузлы размером до 35 на 18 мм, надключичные с обеих сторон размером до 12 на 8 мм. Справа в S1 чаги отсева диаметром 6 мм, 5 мм, 7 мм, в S3 8 мм, в S4 4 мм, в S6 3 мм. Слева в S6 мм, 9 мм, в S3 5 мм, в S4 6,9 мм, в S10 9 мм. В обоих легких пневматизация неравномерно повышена из-за центрилобулярной эмфиземы. Жидкости в плевральных полостях не выявлено. Костных, травматических и деструктивных изменений не определяется. Сердце не расширено. Диаметр восходящей аорты до 41 мм. Диаметр легочных артерий в пределах возрастной нормы. Подмышечные лимфатические узлы с обеих сторон до 18 на 11 мм. Заключение. КТ-картина центрального образования верхней доли правого легкого с инвазией в средостение и заднюю костальную плевру, вовлечение в процесс крупных сосудов средостения, трахеи правого главного бронха, бронхов верхней доли правого легкого, очаги отсева в обоих легких, лимфоадненопатия средостения, надключичных и аксиллярных лимфоузлов, расширение восходящей аорты. Рекомендована консультация онколога. 6 апреля 2021 года доцент кафедры КМН Котов М.А. Комментарий врача-рентгенолога. Ничего существенного к диагнозу мне добавить нечего. В верхней доле правого легкого массивная опухоль, она прорастает в средостение. Есть явные метастазы в ткани обоих легких, лимфоузлах практически по всей зоне сканирования. Вам имеет смысл обратиться к онкологу. Сейчас такие опухоли лечат химией, лучевой терапией.